Каждый раз ребята младшего школьного возраста собираются во Дворце культуры поселка совхоза имени Ленина, чтобы посмотреть праздничный спектакль. Такая традиция в День знаний существует здесь уже более 10 лет. После торжественной утренней линейки и посвящения в первоклассники к вечеру ребят ждали в зале Дворца культуры. Завершается сегодняшний день детским спектаклем. Обычно мы приглашаем какие-то театры. На сегодняшний день к нам приехал Московский театр «Рампа» с театром музыкальным спектаклем «Богатырь Иванушка». Театр-студия «Рампа» существует уже 20 лет. В его репертуаре детские спектакли, поставленные по произведениям своего сценариста. Для каждого представления написана оригинальная музыка. Сказка, естественно, учит о добре и зле, о том, что надо учиться, не надо лениться, надо, так сказать, приходить на выручку. Как... Можно все изменить, может поменяться самому не только внешне, но и внутренне. То есть вечным, добрым и прекрасным. В спектакле «Богатырь Иванушка» задействовано 20 человек. На сцене дети повстречали множество знакомых персонажей – Бабу-Ягу, Лешего, Соловья-разбойника и Кощея Бессмертного. По сценарию Кощей хочет вырастить нового злодея и хитростью заманивает Иванушку в школу чародейства, чтобы сделать из него своего наследника. Но, как обычно происходит в сказках, в конце добро взяло верх и злой волшебник был повержен. Зал был полон. Дети и их родители в едином порыве смеялись над курьезными моментами, а в конце действа проводили актеров заслуженными аплодисментами. И здесь такая постановка, очень профессиональная. Нам очень понравилось. Даже мне, взрослой, я сидела очарованная и пыталась следить за каждой деталью и ничего не пустить. Нам очень понравилось. Прекрасный спектакль. Особенно к 1 сентября дети, мне кажется, тоже были в восторге. Мне понравилось, как Иванушка освободил всех от зла Кощея. Ну что можно добавить? Дети не могут обмануть. Спектакль хороший, все были рады. Большие молодцы. Артистам большое спасибо. После окончания спектакля зрители еще долго делились впечатлениями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.